Приветствую вас, дорогие братья и сестры, вы на канале Евангелие в последнее время, и с вами Игорь. Шаббат шалом. Вот жду моего друга, брата во Христе, он должен приехать, и мы едем на евангелизацию. Ну, а я сейчас нахожусь также в доме на территории одного из моих друзей. Слава Господу, есть возможность, и он предоставляет мне, чтобы я оставался у него на ночь, то есть комнату. Всегда, когда я здесь в Сиэтле, Господь располагает его сердце вот так делиться. То, что Господь ему дал, в данном случае, жильем, и чтобы я не шел в гостиницу. Хотя у меня в Сиэтле очень много знакомых, я не только ночую у этого брата, но и других братьев и сестер, семьи. Поэтому слава Господу. Хорошо, здесь у нас овечки, вот, если вы видите. Мерча. Мерча. Все хорошо. Да, нормально все, да? Баран резко чуть-чуть. О, я вижу. Можно как-то зайти, пока не приехали за мной буквально пару минут. А собака здесь привязана, все нормально? Окей. В клетке после того инцидента в Сан-Франциско немножко вхожу с собак. Да. Сейчас, секундочку, я. Да. Хорошо, друзья, немножко вот такое отступление. Ой, ты маленький. Ты такой маленький. Даже два. Ух ты, хорошие. Так вот, здесь барашки. Да. Как я люблю барашек. А вот это главный баран. Да, главный баран. Ух ты. Хозяин, а? Когда он тут ходил, я взял вот эту, не эту, а такую круглую вот эту. Да. Вот он начал головой уже хотел меня. Да? Вот такой. Ну, они иногда бараны. Не бараны, еще. А там кто еще? Другие бараны или кто? Нет, там все овцы. А, и там овечки, овцы. Окей. Значит, он главный у них падишах, да? И вот тут одно осталось. Наверное, еще на будущее. И ты маленький будет расти. Ладно. Да, ну, надеюсь, все будет сегодня хорошо. И у нас на улицах тоже. Ладно. Слава. Хорошо. А вот наши овечки здесь. Сейчас я открою. Наверное, я посмотрю, я. Так. Ух ты. Их немало здесь. Ну что такое? Ну что? Ой, такой красивый подошел. Хороший подошел к нам. Да. Да. Ух ты, красавица. Да. Хорошо, Мирч, я уже подойду сейчас. 10, да? Да. Вообще-то ближе к 10. А, он сейчас подъедет просто. Хорошо. Ну все, молитесь за нас, ладно. Да, благослови Господь. Я просто очень люблю вот, такая жизнь фермерская, хотя на земле я никогда не работал. Это очень-очень тяжело. Ну вот покой какой-то есть, когда овечки, барашки, телята. Ну, просто вот такой сельский образ жизни. А вот наш персик.
Ну, привет, привет. Как дела? Это я. Ну, песик должен меня уже помнить, сколько раз я здесь ночую. Ну, молодец, молодец. Хорошая собачка. Хорошо. Ладно, друзья, благослови Господь. И как будут видео, мы обязательно выставим. И, пожалуйста, молитесь за нас. Нуждаемся в молитвенной поддержке, потому что сами понимаем, в какое время мы живем. И духовная война, она не заканчивалась. Но когда Господь вернется, закончится. Хорошо, друзья. Благослови Господь. Шаббат шалом.